Здравствуйте! Еще один день остался позади. Республика становится все краше и краше, снега все больше, сугробы все выше, и настроение все лучше. Наше утро началось с прогулки вдоль замерзающей красавицы Оки до музея Василия Дмитриевича Поленова. Румяные, голодные и веселые вернулись незадолго до обеда. Еще успели сыграть в крокодила в корпусе и оттаять. Тихий час был действительно тихим. После вкусных пончиков, приготовленных на полдник нашими прекрасными поварами, прошел турнир по настольному теннису и мастер-класс, на котором мы учились делать ароматические игрушки. А после ужина нас ждала дискотека с задорными конкурсами. Одним словом, как обычно, все хорошо. До встречи, друзья! Не забывайте читать и смотреть наши новости.